В этом ролике подробно разберем принцип работы бонусных матриц в сообществе Rubin на примере платформы Pro. Как только вы активируете платформу Pro, вам открывается доступ к бонусным матрицам «Очередь и шахматы». Вход в очередь составляет 800 рублей, которые распределяются следующим образом. Вашему пригласителю поступает реф-бонус 200 рублей. Также вы будете получать реф-бонус от всех ваших лично приглашенных рефералов, которые будут активировать матрицу «Очередь». Далее оставшиеся 600 рублей распределяются равными частями по 60 рублей на 10 кураторов вверх. Далее под вами будут выстраиваться рефералы по бинарному принципу, и от каждого вы будете получать по 60 рублей. Так, по закрытию матрицы «Очередь» ваш доход составит 122 760 рублей. Далее рассмотрим матрицу «Шахматы», где вход составляет 400 рублей. А доход не ограничен, так как матрица линейная и строится следующим образом. Первые два реферала оплачивают вам по 400 рублей. Третий реферал оплачивает вашему куратору. И так далее, от каждого третьего реферала оплата идет вашему куратору. И также каждый третий реферал ваших личных партнеров будет делать оплату вам. Так вы будете получать по 400 рублей, а матрица будет расти в геометрической прогрессии. Точно по такому же принципу работают бонусные матрицы платформы Light, где вход составляет всего 500 рублей в основную матрицу, и в бонусные матрицы очередь 200 рублей, и шахматы 100 рублей. А доход по закрытию очереди 200 равен 30 690 рублям, а в шахматах доход не ограничен. Теперь ты знаешь все. Регистрация на сайте rubin.com. Rubin. Лучшая матрица в рублях.